Здравствуйте, вы смотрите программу «Неделя спорта», я ее ведущий Роман Полинсков. Мы продолжаем говорить о спартакиаде среди профессорско-преподавательского состава здоровья. Сегодня у нас очередные две дисциплины – шахматы и плавание. Сейчас со мной в студии сидит наш корреспондент Денис Давыдов. Денис, тебе привет. Привет, Ром, привет, телезрители. Вот, данный корреспондент наш сделал хорошие сюжеты по двум данным дисциплинам, но прежде чем мы их посмотрим, Денис, я хочу с тобой пообщаться, узнать вообще в целом, как тебе это все проходило. Все это проходило очень интенсивно и очень здорово. Атмосфера ощущалась даже за пределами спортивных площадок. И начнем с шахмат. Соревнования длились чуть больше 2 часов, и возникали там самые настоящие споры. Даже приходилось обращаться к главному судье для того, чтобы разрешить эти конфликты. Угу. И я думаю, если бы это был футбол, а не шахматы, мы бы с вами увидели пару желтых карточек. Даже. А споры по каким вопросам возникали? Третьи лица, то есть зрители подсказывали участникам соревнований, и им это не совсем нравилось. То есть это могло решить исход встречи не в ту пользу. Хорошо, ну давай тогда перейдем к виду спорта, где подсказывать не надо, даже наоборот, если ты подскажешь, это хорошо, потому что трибуны, все орут такие, давай плыви. Вот насчет плавания, что можешь сказать? Да, плавания были очень интенсивные, и преподаватели удивительно показали свою физическую готовность. Я думаю, они даже могут дать фору многим студентам в этом виде спорта. Ну, насколько думаешь, они прям так сильно проплыли? Ну, я думаю, 50 метров они одолели в пределах 40 секунд, что это довольно хороший результат. Ну, достаточно хорошие, так что наши преподаватели сильны не только в своих научных дисциплинах, но и в некоторых видах спорта тоже. Сейчас предлагаю вам посмотреть данные сюжеты, затем мы вернемся в студию. Сейчас мы заходим в Уникс, и заходим очень тихо, потому что проходит соревнование по шахматам. Преподавательский состав борется за победу. Если я и на лекциях боюсь то рот открыть, то что будет, если я сейчас им помешаю выиграть этот кубок? Итак, мы заходим в зал. В зале можно заметить их напряженные лица. Уже с группового этапа желание победить у участников было заметно. Напряженные лица, внимание к деталям и полная сосредоточенность. Участники были ограничены во времени – 7 минут для одной партии. Однако этот фактор лишь добавил зрелищности такому турниру. Самые напряженные встречи состоялись в полуфиналах. Институт физики, юридический факультет, Институт математики и механики имени Лобачевского и Набережно-Челнинский институт боролись за победу. Как и ожидалось, в финал прошли физики и математики. Последователи Ньютона в составе Карпова Аркадия, Архипова Руслана и Галиуллина Лейсан оказались сильнее, взяв 2,5 очка из 3 возможных. Ну, действительно, все соперники сильные были. Что касается последней финальной битвы, надо сказать, шла до последнего. И счет практически был равный. Хотел бы сказать организаторам спасибо и нашим соперникам. То есть борьба была жесткая, бескомпромиссная. Мешает ли ограниченность во времени? Ну, кто привык играть, тому время вроде бы 7 минут даже более чем. Стандарт это 5 или 3 плюс 2. Так что я думаю, самый формат, самый такой, потому что игры быстро идут и время долго не затягивается. Раньше я играл, ну, лет, наверное, 15, наверное, если не больше, я в руки шашки не брал, шахматы не брал. А так есть действительно те, кто играющие КМСники, есть люди, которые уже далеко за 60 и принимают участие. Вот это меня больше радует. Итак, сейчас мы находимся в самом эпицентре событий. И как сказал главный судья соревнований, хоть у нас и не чемпионат мира, у нас больше. Ведь по накалу страстей чемпионат мира отдыхает. Так давайте это проверим. А в матче за третье место юрфак, прошлогодние победители турнира, уступили гостями из Набережных Челнов. Кстати, именно с представителем Челнинского института мне удалось сыграть партию. Итог встречи не разглашается. Мы вообще-то первый раз в этом году участвуем, но я думаю, что в четверке будем. Но мы уже и в четверке. Одинаково играю что белыми фигурами, что черными фигурами. Но я просто любитель, я не профессионал. В шахматах, как и в любом другом виде спорта, бывают победы и поражения. Однако самое главное – это положительный заряд эмоций, которыми зарядились участники соревнований. А ими, напомню, были преподаватели. Я очень довольна и своим выступлением вообще команды и организации. Как оцениваете уровень соперников? Разные. Есть очень сильные. Ну что ж, игры закончены, победители определены. И мы перемещаемся в Бустан. Ну что ж, вот мы с вами и на месте. И нет, я здесь не для того, чтобы подрабатывать физкультуру. Дело в том, что именно в Бустане проходит соревнование по плаванию в рамках спартакиады здоровья среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников КФУ. Несмотря на то, что преподаватели тренируются довольно часто,
Столько воды они видят лишь только в ваших курсовых работах. Ну что ж, настало время проверить физическую готовность наших преподавателей. Во второй половине дня преподаватели, профессоры и сотрудники КФУ сменили свои деловые костюмы на плавки и купальники для того, чтобы выявить сильнейшего в соревнованиях по плаванию. После небольшой разминки участники, внимательно выслушав регламент соревнований, приготовились окунуться в воду Бустана. К счастью, глубина преподавательских знаний оказалась больше глубины бассейна, и все добрались до финиша живыми и здоровыми, дважды покорив 25-метровую дорожку. Первыми на старт вышли мужчины. Чувствовалось небольшое волнение участников соревнований. В первом же заплыве был зафиксирован фальстарт, но в отличие от Олимпийских игр, на спартакиаде здоровья разрешена вторая попытка. Мужчины показали хорошую скорость и подали отличный пример своим коллегам. Результатом доволен, впечатление отличное, первый раз участвовал, очень понравилось. Надеюсь еще принять участие. Далее на старт вышли женщины. По самоотдаче они нисколько не уступали мужчинам, а по количеству брызг даже превосходили. Оставив в бассейне все силы, женщины выходили из воды с чувством выполненного долга. Таким образом, сотрудники КФУ в крещенские морозы почувствовали тепло бассейна Бустан. А по окончании всех заплывов участники соревнований отправились домой, завершая свой спортивный день на позитивной ноте. Я вот только что проплыла. В принципе, очень понравилось. Сама я не профессионал, занимаюсь другими видами спорта, но мне очень понравилось. Ну что ж, мы посмотрели два сюжета. Денис, большое спасибо. Получилось очень, знаешь, так забавно, весело, особенно с аналогия с курсовой. Дальше больше, друзья, дальше нас ждут волейбол, баскетбол, мини-футбол, бильярд и лыжные гонки. Будет с каждым днем все интересней и интереснее. Ну что ж, Денис, большое спасибо, то, что ты подготовил для нас такие сюжеты. Большое спасибо вам, зрители, то, что вы смотрели. Но мы пока не заканчиваем. Сейчас я хочу напомнить вам то, что в нашей группе ВКонтакте, ссылку вы сейчас видите на своем экране, происходит голосование за лучший гол чемпионата. Точнее, не чемпионата, а Кубка университета КФУ 2016 года, который проходил у нас в декабре. Переходите в нашу группу, голосуйте. Ну а сейчас мы вам предлагаем посмотреть данные голы и для себя выбрать, какой все-таки лучше, и отдать голос фавориту. Кстати, наш многоуважаемый Денис Давыдов сейчас тоже участвует в этом голосовании под номером 4. Или три, какой у тебя номер там, я не помню. Я сейчас вот тоже. Какой-то из этих номеров он там участвует и идет с таким большим достаточно отрывом. Так что, если вы хотите поддержать своего любимого корреспондента, пожалуйста, голосуйте за него. Сейчас давайте посмотрим те голы, которые были забиты в финальной части Кубка университета 2016 года. Ну и на этом все. Вот такая выдалась у нас программа. Смотри дальше, будет еще больше интересной информации. Для вас эту программу вел Роман Полинсков. Увидимся. Пока-пока.